Здравствуйте, зрители канала ТВ Маэстро и мои дорогие подписчики. Всем приветики. Сегодня будет большой ролик по изготовлению мебели с нуля. Меня просят иногда люди снять полный процесс изготовления той или иной продукции. Вот, некоторые моменты я там долго снимал, я поставлю их в ускоренной съемочке. Ну, а кому надо, тот притормозит и посмотрит. Подписывайтесь на канал, ребята. Не был я сегодня на Савеловской, не успевал. Делал работу дома. Вот, и я опоздал на работу в связи с вот этим срочным заказом. Еле доделал, тяжело он мне дался, но все же... Результат есть, поэтому смотрите, оценивайте, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии. Кто не подписан, подпишитесь, ребята, на канал. Смотрите прошлые ролики, посмотрите ролики за ноябрь прошлого года, ребята, заканчивая ноябрем. Ноябрь и ранее. Посмотрите и сравните ситуацию. По ведущему канала. Посмотрите, оцените. Посмотрите дату создания канала, ребята. Посмотрите самый первый мой ролик, который был залит на канал более 10 лет назад. Делайте выводы, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии. Не забывайте кнопочки спонсировать. И кто хочет помочь каналу материально, все информационные ссылочки в описании. Сбербанк, PayPal, Донат Алертс и так далее. Спасибо вам огромное, приятного просмотра. Всего хорошего еще раз. Thank you.
Gracias.
Ну, это конечный результат. Единственное, осталось этот момент забить сзади. Это уйдет один раз в жизни всего, но эстетическое состояние сам бомбом забью сзади. И вот такой все поставил петельки. Закрывается, будет. Вот такой он внутри. Мягенький, кстати. Как шкатулочка. Вот такая вот прикошка здесь предполагалась. Значит, три этих, как их называют, три вешалки. Ну, потом почему-то оказались приход. Прикольно, да. Банкет, не знаю. Калоша слабость. Наконец, я доделал. Сейчас извлеку несколько пуговиц, по три, наверное, с этой стороны. Извлеку. И что? И все. И забью. Сзади фанбоном. Все, спасибо всем за просмотр. Просили полную версию, полный цикл изготовления. Вот я снял видео такое. Вот так прикольненько получилось. Но сиденье, конечно, не красное. Чем сиденье другого цвета. Не знаю. Даже шкаф какой там светлый и темный картинец. Вот так, с этой стороны. Поэтому сверху, кстати, здесь будет стена. Можно было не делать. Но лишний тренировка не помешает.